Еще раз приветствую вас на шоу-кейсе в рамках конференции «Нарратив в играх». Прежде чем мы перейдем к нашим гостям, которых вы можете наблюдать сейчас на экране, я немножко расскажу об еще одном нашем партнере и спонсоре. Это Майтона, компания, разработчик и издатель мобильных игр, одна из крупнейших геймдев-компаний в России и СНГ. Создатель таких хитов, как Seeker's Notes и Cooking Diary. Ну, а также множество проектов находится в разработке, в том числе успевший уже даже нашуметь, периодически всплывать в разных новостях, это The Day Before, новый survival в открытом мире от Майтоны. И сейчас у нас в гостях Анна и Екатерина, которые расскажут нам про игру «Темная сторона». Вам слово. Привет. Привет. Спасибо. Привет. Да. Значит, я запускаю демонстрацию экрана. Угу. Ой, так, вот. Вот наша игра. Я всех приветствую. Угу. Всем привет. Мы сначала представимся. Мы будем вести презентацию вдвоем, поскольку все наши игры мы делаем вдвоем. Меня зовут Екатерина, я занимаюсь разработкой игровой механики наших игр. Анна, психолог, занимается психологической разработкой, потому что все наши игры, они не только развлекательные, но в первую очередь направлены на проработку психологических проблем. Так, игра «Темная сторона» — это игра для работы с негативными убеждениями, самопредставлениями. И Анна сейчас об этом подробнее расскажет. Да, добрый день. Каковы психологические особенности нашей игры? Вот эта игра работает с негативными самопредставлениями людей. Но это то, что человек о себе думает, о самом себе. Например, там, я ничего не стою, то есть ну, негативные мысли о себе. Или у меня ничего не получается, и как следствие тогда и делать ничего не обязательно. И это те мысли, которые влияют на наше поведение, из-за которых мы чувствуем определенный дискомфорт. В этой игре используются психологические техники различных психотерапевтических направлений. Это когнитивно-поведенческая терапия, психосинтез и НЛП. Значит, кому вообще будет полезна и интересна эта игра? Прежде всего, она, конечно, разработана для взрослых, чтобы человек мог самостоятельно разбираться в своих каких-то дисфункциональных мыслях. Можно играть взрослому как одному, так и вдвоем в паре. Еще эта игра будет интересна для работы с подростками, но здесь нужен, конечно, чтобы был психолог как руководитель. Поэтому психологам эта игра тоже будет интересна, потому что в нее можно будет играть с группой подростков. Вот. Для взрослых там, она решает определенные проблемы, повышает уверенность в себе, решает проблемы с общением, помогает лучше узнать себя, там, причины своих поступков, какого-то непонятного для себя поведения. Для подростков она решает тоже такие проблемы, которые актуальны для подросткового возраста, это формирование образа «я», когда подросток не понимает, какой он и каково его место в этом мире нашем. Но в действительности, конечно, спектр проблем достаточно широкий. И это все, что связано с чувствами, внутренним состоянием и поведением человека. Проигрывая эту игру снова и снова, человеку может открываться... открываться новые факторы о себе, которые раньше не были помещены в фокус его сознания или в фокус внимания человека. Да? И тогда есть смысл сыграть в эту игру снова, чтобы разобраться с этими факторами. Угу. Екатерина? Да, итак, мы сейчас расскажем, как в нее играть. То есть в состав игры входит 8 игровых полей, 4 колоды карт, руководство, досье, игровые кубики и фишки. Следующий слайд, пожалуйста. В руководстве, вот оно на картинке, представлен подробно процесс всей игры. И в начале игры вы сначала читаете руководство внимательно, потом кладете перед собой досье. И первое, что вам нужно сделать, это озвучить и записать свою проблему.
То есть это то, что вас беспокоит. Ну, например, там, я неудачник, я боюсь, что у меня ничего не получится. Вот эта проблема и играет роль преступника в этой игре. Дальше вы будете ходить по игровым полям и узнавать этого своего преступника лучше и лучше. Так, следующий слайд, пожалуйста. Значит, после того, как вы записали свою проблему в досье, вы берете первое поле и начинаете игру. На первом поле вы знакомитесь с главными чувствами, которые вы испытываете по поводу своей проблемы. Так, Аня, давай следующий слайд. На втором поле вы описываете преступника, на что он похож. То есть это образ, какая-то ассоциация, которая у вас появляется, когда включается ваша проблема. То есть это совсем не обязательно как бы человеческая фигура, это может быть образ там, тяжести, клетки какой-то, ну, это ваше индивидуальное представление. На третьем поле мы узнаем, как зовут преступника, и на четвертом выясняем среду его обитания. То есть это где проблема включается чаще всего. То есть, например, ощущение неудачника человека может не беспокоить в семье, но зато преследовать его на работе. На пятом поле мы узнаем, какие неправильные действия вы совершаете под воздействием преступника. И со всем этим багажом мы приходим на шестое поле, где мы должны найти изначальный эпизод, с которого у вас началась эта проблема. То есть на этом поле много есть важных карточек, которые подталкивают человека к воспоминанию об этом эпизоде. То есть, например, какие ощущения возникают в теле, когда у вас включается эта проблема. С каким человеком может быть связан преступник? Ну, и там у нас много всего. И когда мы нашли, откуда появился преступник, мы идем на следующее поле. Это поле суда, где происходит суд над вашим негативным самопредставлением. И вы сами выносите решение, что хотите сделать с этим вашим преступником. И на последнем поле вы попадаете в кинотеатр. На экране идет первоначальный эпизод, который вы вспомнили. И при помощи разных психологических инструментов вы меняете этот эпизод до тех пор, пока у вас не изменится эмоциональное состояние. Так, Аня, давай следующий слайд. И по поводу того, как вы передвигаетесь по этим полям. На всех полях у нас есть кружки с изображением детектива и преступника. Когда вы наступаете на поле с детективом, вы получаете карточки поддержки с баллами. Эти баллы вы копите в процессе всей игры, и именно на эти баллы на последнем поле вы покупаете психологические инструменты, с помощью которых вы потом будете менять этот эпизод. Но в тот момент, когда вы наступаете на значок с изображением преступника, это значит, что преступник сыграл против вас. На карточке с преступником написано, что он сделал и сколько своих баллов вы должны ему отдать. То есть даже если человек играет один, у него все равно есть ощущение борьбы, и играть ему интересно. Так, ну теперь давайте посмотрим видео Let's Play, как человек играет в эту игру. Андрей, запусти, пожалуйста. Да-да, сейчас, секундочку. Значит, видео у нас вот сюда. И видео пошло. Так. Thank you.
Вот видео закончилось. Ну, дальше я хотела бы рассказать случай о, ну, вот, терапевтический случай, как с помощью этой игры были, ну, решены определенные трудности, проблемы, ну, самопонимание. Да? Это о женщине, которая... Вот у нее была такая привычка все контролировать, она не могла расслабиться. У нее дома она не могла заняться, там, уделить время близким, потому что ей было необходимо постоянно вот что-то доделывать или контролировать, что там происходит на работе. На работе она тоже мыслями очень часто отвлекалась на домашние дела, и эти мысли ее достаточно сильно изматывали, беспокоили и, ну, доставляли определенные дискомфорт. В ходе игры вот женщина в себе выявила, ну, самостоятельно выявила при помощи игры о том, что действительно в детстве она очень часто, оказывается, переезжала с родителями с места на место, это доставляло ей беспокойство, неуверенность, ощущение вот отсутствия опоры под ногами. И сформировалась вот такая патологическая форма вот контроля над собственной жизнью, что если я вот хотя бы в какой-то области там контролирую свою жизнь, да, там в делах, там в учебе, это начиналось вот с такого возраста, с учебы, то тогда мне будет вот, ну, ощущение спокойствия более заметно было. Но это был такой, как механизм, который более адаптивный был в детском возрасте. Во взрослом возрасте уже была более стабильная для нее ситуация, и эти механизмы уже они были не актуальны вот для нее в этой ситуации, однако же она продолжала себя вот вести по старому принципу. И когда она осознала этот, ну, она сама связала эти две истории, да, тоже свое нынешнее состояние, свое прошлое состояние, и при помощи игры она тогда выбирала то, ну, инструмент, инструменты, при помощи которых она может что-то поменять, и когда осознаешь что-то, тогда уже можешь с этим что-то делать и что-то менять. Вот ей помогла эта игра таким образом. Так, следующий. И еще бы я хотела рассказать о еще одной нашей игре, которая является лауреатом двух профессиональных психологических конкурсов, где психологи очень высоко оценили качество, вот, психологическую составляющую этой игры. Она направлена на проработку детских страхов, потому что вот дети дошкольного и младшего школьного возраста очень склонны впадать в определенные состояния страха, вплоть до того, что, ну, был у нас случай, когда ребенок не мог мыться, ну, дошкольник, потому что боялся воды. И вот именно эта игра помогает маме без посещения кабинета психолога проработать эти страхи и заодно еще и узнать вообще своего внутренний мир своего ребенка получше. Так, ну и обо всех наших играх вы можете узнать на нашем сайте, либо ВКонтакте в группе, либо в Инстаграм или в Фейсбук. То есть вот все наши контакты приведены здесь. Вот. И большое спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы. Спасибо. Так, и давайте посмотрим, что у нас происходит с вопросами. Так, сейчас, секундочку, я сделаю, чтобы меня снова было видно, а то как-то некрасиво. Говорю из темноты. Так. Вот. Да-да. Так, вопросы, значит. Вопросы. Так, на основном этом самом мне задали вопросов. Так, и... Нет, вопросов, как ни странно, нету. Кроме того, сохраняется ли трансляция. Видимо, хотят посмотреть в записи. Видимо, вот. Все понятно. Ну, в целом, довольно как бы подробно рассказали про сам проект. Он однозначно один из проектов, который может претендовать на социально значимые. И вообще очень круто, когда проекты... Ну, я уже говорил о предыдущем проекте, что круто, когда соединяют игру с какими-то образовательными и развивающими вещами. А в данном случае мы видим еще и не только развивающие, но и помогающие действительно. То есть это прям, ну, на самом деле очень классное движение, которое позволяет
более доступно и более интерактивно проработать какие-то вещи. Потому что через игру на самом деле можно с очень многими вещами взаимодействовать. Абсолютно согласна. Да, и это очень доступно для всех. Ну, то есть, допустим, к психологу пойти, это, ну, там, нужно себя там заставить. А игра — это то, чего, на что гораздо меньше возникает сложности на то, чтобы на это сподвигнуться. Да-да-да. Ну, и во всяком случае, можно хотя бы попробовать, что это такое, чтобы понять, интересен тебе этот, ну, вот будет поход к психологу или нет. Это тоже важно. Да, да, безусловно. Более того, у нас даже, мне просто вспомнилось сейчас, что у нас на потоке, ну вот я на менеджменте игровых проектов учусь, не только работаю, вот, у нас есть одна команда, которая делает игру про психолога, где нужно, собственно, выполнять роль психолога, который должен будет выявлять какие-то разные проблемы у собственно, пациентов, ну, игровых. Вот. И там тоже они сделали хороший базис на именно психологии. Они там и консультантов вызывали на эту тему, чтобы как-то выстроить все максимально достоверно, чтобы это как бы не только игра была просто, а именно действительно что-то такое, что даст пищу для ума и для души и поможет как-то развиваться. И здорово. Мне кажется, что вот это очень классное направление и реально значимое. Да, вот. Да, спасибо. Спасибо за вашу презентацию, за ваше выступление. Был очень рад вас видеть. Ну и увидимся скоро. Вот. Так что на этом, наверное, мы сделаем опять небольшой перерыв. И так. Так. Вот, вопрос тут возник. Отлично. Опоздали немножко на саму презентацию. И для взрослых есть игры такого типа? Вопрос. Видимо, начало немножко упустили. Да, собственно говоря, сама-то игра «Темная сторона», она как раз-таки для взрослых изначально разработана. Мы рекомендуем подросткам использовать все-таки в групповом формате, потому что подросткам больше интересно познавать себя через других. И то, что они слышат друг о друге, для них тоже важно. А взрослым все-таки в спокойной обстановке, да, конечно, изначально разработана игра для взрослых, вот «Темная сторона». Что касается игры вот «Напугайка», то она предназначена для детей, но она также показала, когда взрослый человек проигрывает и реальные страхи какие-то там использует для проработки, она тоже показала свою эффективность. Да, я думаю, как раз вот получилось ответить на вопрос. Если еще есть вопросы, то пишите, пока мы здесь. У нас немножко есть на это время, времени. Вот. Очень полезное направление, пишут. Спасибо. А есть игра для определения сильных и слабых сторон сотрудников? Такой вопрос. Пока что нету, но мы вас услышали. Да, спасибо за идею. Да. Вот. Если еще будут какие-то вопросы, вы можете написать их вот по контактам, которые указаны сейчас на слайде. В комментариях пишут, что будут ждать вашей следующей игры. Хорошо, спасибо. Спрос есть, определенно. Вот. Еще раз спасибо вам. И на этом мы не прощаемся. Делаем небольшой перерыв и переходим к следующему проекту. До свидания. До свидания.